Здесь очень сложно встроиться, потому что в оригинале помещение, в котором мы играем, это недостроенная станция метро в городе Новосибирске, которая превращена в такой большой лофт, и там совершенно другая атмосфера. Это большое бетонное помещение под землей, в котором есть бар, в котором совершенно другая рассадка, в котором совершенно другая атмосфера. Это концертный зал под землей, где очень, ну, во-первых, мощная музыка, и совершенно другое состояние попадает туда. У нас зрители могут пользоваться баром, но там совершенно все по-другому. Здесь мы все равно в театре, там мы не в театре. Этот спектакль поставлен не в театре, это важно. Конечно, здесь мы находимся в театре с классической рассадкой, с совершенно другой атмосферой, мы немножко выглядим здесь дикарями. Здесь, конечно, не так выглядит, как на оригинальной площадке, но, тем не менее, мы пытались создать такую атмосферу немножко жуткого цирка и цирковой арены, на которой не красивые клоуны и жонглеры, а где все излито кровью, все выглядит как бы жутко и безобразно.